У актрисы Ирины Мирошниченко остановилось сердце. К ней вызвали кардиологов, им удалось восстановить сердцебиение. Сейчас она находится в реанимации, врачи оценивают ее состояние как тяжелое. В минувшее воскресенье появилась новость о госпитализации артистки. Поначалу говорилось, что у Ирины Мирошниченко грипп, но сегодня стал известен другой диагноз. После проведенного обследования организма у Ирины Петровны, обнаружили опухоль головного мозга. Больше подробностей по этому поводу нет. Сама актриса выходила на связь с журналистами и уверяла, мол, все с ней хорошо, и поводов для беспокойства быть не должно. А к этой минуте, стало известно об остановке сердца у Мирошниченко. К счастью, ситуацию удалось стабилизировать. К ней вызвали кардиологов, им удалось восстановить сердцебиение. Сейчас она находится в реанимации, врачи оценивают ее состояние как тяжелое, рассказал источник. Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле. В 1965 году окончила школу-студию МХАТ и сразу была принята в труппу Московского художественного академического театра СССР имени Горького. После разделения труппы в 1987 году осталась в коллективе под руководством Олега Ефремова.